Оля, мне доктор скажет, кто этого вот этого? Я не такого отношения. Вы подходили несколько раз к моему я отцу. Я подходил просто так. Для чего вы подходили? Вы назначили ему рентген. Вы назначили лично. Его осмотрел хирург, хирург его направляет в первую очередь. Фамилию мне вот этого доктора подскажите. Вы обязаны мне сказать вашу фамилию. Вы общались? Что? Нет, я с вами разговариваю, да, на реабилитацию. Идите к хирургу и там решайте. Фамилию мне вашу скажите. Идите отсюда. Фамилию мне говорите. Идите отсюда. Евгений Иванович, ну в конце-то концов, вы что так себя ведете-то? Я вообще у меня отец мой отец. Я военный, он проработал. Вы кто такой, чтобы со мной так разговаривать? Я к этому больному не имею. Вы подошли, сказали сделать рентген. Фамилия ваша. Что я сказал. Фамилия ваша. Вашу фамилию называйте мне. Шла вон отсюда. Вот этот человек, вот этот человек с завтрашнего дня в этой организации работает, нет, будет. Молодец, хорошо. Я пойду. Вы бы не пошли бы куда. Дай бог вашим родственникам попадать к таким же врачам, как и вы.